Сегодня в музыкальном театре Кузбасса начались генеральные прогоны новой постановки. 25 апреля зрители увидят легендарную оперетту «Граф Люксембург», написанную австро-венгерским композитором Францем Легаром 109 лет назад. Мы не меняем никакой текст, мы не меняем ни одной ноты. Такие понятия, как любовь. Сегодня актуально, что любовь настоящая не продается за деньги. Во всяком случае, мы об этом будем играть спектакль. Группа здесь замечательная, мне с ними очень комфортно работать. Мы нашли общий язык, хорошая музыка, хорошая команда собралась. У нас хорошие художники из Петербурга создали достаточно интересную такую предпосылку для какого-то значительного события в городе Кемерово.